В Тюменской области стартовал отборочный тур 20-х молодежных дельфийских игр России. Это комплексные соревнования молодых деятелей искусства. Они проходят по театральному, музыкальному, художественному мастерству и другим направлениям. Всего несколько десятков номинаций. Подать заявку на участие можно до 1 февраля. Коллектив ансамбля народного танца «Юность Сибири» уже это сделал. 3 года назад девушки становились победителями регионального этапа и представляли Тюменскую область на всероссийском уровне. Хочется как-то перепрыгнуть то, что было, но это очень сложно, потому что коллективов много, мест мало, и каждый по-разному прекрасен в своем деле, в своем искусстве, поэтому это очень сложно. Мы репетируем русский народный танец, той номер, «Многовертимое плясание русалей» называется. Это постановка на фольклорном материале. И надеюсь, что она принесет нам удачу. Добавлю, что победители регионального тура станут кандидатами в состав сборной команды от Тюменской области. Для участия во всероссийском этапе он пройдет с 21 по 26 мая в Перми.